Книга «Открытым оком», вопрос 40, тема «Обращение ко Христу». Одно ли и то же обращение ко Христу и рождение свыше от Духа Святого? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Обращение ко Христу – вторая часть рождения свыше, а их всего три. Первое – признание себя погибшим грешником. Второе – принятие Христа как личного твоего Спасителя, Искупителя и крещение. Третье. Жизнь в Духе Святом, под Его водительством, божественной любви к Богу и людям. Деяния апостолов, 2 глава, с 37 по 39 стихи. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш».